Ребят, всем доброе утро. Мое утро началось с того, что мы с Пумой поубирались немного в квартире. Да, Пума? И Пума очень счастлива, она бегает, прыгает, довольная, как слон. Да, Пумка, ты как у нас, как слон, довольная? Я знаю, что ты довольная. В общем, Пума у нас уже позавтракала, и сейчас планирую позавтракать я. Я надела этот ободок для волос, но у меня как-то волосы распадаются. Так, сейчас будем завтракать. Я, правда, не знаю, чего бы мне хотелось позавтракать. Наверное, я все-таки сварю себе кашу и не буду париться. Вот такой вот у меня сегодня будет завтрак. Овсянка. Ну что, завтрак мой готов. Каша моя вся, овсяночка готова. Кстати, в комментариях спрашивали очень многие, как мне этот чай, белый чай с манго. Но знаете, неплохо. Я бы не сказала, что вау, очень вкусно, я его обожаю. Ну, как, допустим, тот малиновый, который просто без ума я от него была. Вот, то этот хороший чай на завтрак, мне очень нравится его пить. Я еще сюда добавляю, когда он немножко остынет, чтобы он уже был просто теплый, не горячий, я добавляю сюда ложку меда, тогда более открывается вкус манго. Пахнет он не совсем манго, то есть аромата такого вот сногсшибательного нет, поэтому ну так себе чаек. Если ставить оценочку с десяточки, если десяточка максимум, я поставлю шестерочку этому чаю. Вот, так что уже решайте сами, пробовать или не пробовать. Но вообще неплохой чай. Смотрите, кто у нас пришел с универа. Привет. Я доедаю вчерашнюю пиццу. Да, мы вчера то, что не доели, забрали с собой, разогрели и очень-очень вкусно, да, Зой? Угу. Вот, так что Ваня обедает, я у него там кусочек тоже скушала. Вот, мы смотрим ревизора здесь, вообще там такие страсти, полицейские, бла-бла-бла. Пусяня здесь, мы только что ходили с Пумой вместе, развесили чистое белье, у нас постиралось. Знаете, на телефоне я смотрела, погода, ну, как бы довольно холодная, а на самом деле, когда вышла на улицу, то так приятно, солнечно, уже попахивает весной. Так хочется, чтобы уже весна пришла. Но это потому, что на солнышко вышло. Если, бы если в тенек, там холодно, да? Угу. Вот, наша красавица выпендривается. Че выпендриваешься? Кстати, она сняла вчера и сегодня опять сняла каким-то чудесным образом свой ошейник. На ней его сейчас нет. Потому что она, я умывалась, смотрю, а он, вот эта вот штучка, валяется на полу, она ей играется, и вот здесь у нее расстегнутый ошейник. То есть, не знаю, то ли она как-то... Лапы расстегивает? Да, лапы его как-то выдергивает, не знаю. В общем, пока что я сняла, потому что мы вчера, короче, потеряли и ошейник, и эту штуку дома. И потом Ваня уже нашел. Где ты, кстати, кулончик нашел? Где-то в ванной, да, он валялся? Вот. Так что этот красавишна нам тут не хочет носить красивый подарок. Пусяня, он же красивый, ты чего? Мы постирали плед, который я вязала, и сейчас заменили его вот этим красным. Почему мы его постирали? Потому что кто-то разлил кофе на Катя него. Разлила. Нет, это ты разлил. Я взял кружку, и Катя в меня влетела просто. И такой фонтан был. Ну да, есть... Если бы не плен, то у нас был бы диван весь. В кофе. Ну да, есть в этом доля моей... Не доля, а 100%. 100% моя вина. Да? Хочешь? Нет. Сухомятку поесть? Не очень вкусно. Вот эта вот часть... Ну там просто ни соуса, ничего нет. Пумчик. Что? Куда ты собралась уже опять убегать, а? Так, Ваня у меня вернулся. Он вечером еще ходил на занятия. У него была пара. Сейчас мы едем забирать мое кольцо. Вы бы видели, как Катя тут скакала. Не тут, дома. Не тут, да, дома она скакала. Оно готово. Ура, ура, ура. В общем, мы вернулись в магазин, вернули то, что мы купили вчера, да, и сегодня взяли купили другие подарочки. Да. Да, будем показывать? Да, давай покажем. Взяли вот такую вот штуку. Короче, это пластиковые шарики надувать. Такая вот штуковина прикольная. 3D ручки. Карандаш. Ну да.
Взяли какой? Два. Зеленого цвета? И желтый. Угу. И такая штука для того, чтобы плести бисер. Браслетики, да, делать. Короче. Вот, так что подарочки готовы. В принципе, сейчас мы поедем в другой магазин покупать бумагу, чтобы все это упаковать. И колечко мы уже мое забрали. Ребята, мы уже вернулись домой. Сейчас будем показывать, что мы накупили. Видали, какой у Кати теперь золотой? А что ты показываешь этот нет, экран? Так даже видишь, я же говорю, золотой. Да. Все. Ну покажи с другой нет, стороны. Нет, это все. Наконец-то Катя выбрала себе чехольчик. Смотрите, как он прикольный. Он такой объемный, видите, его так приятно очень держать в руке. Угу. Вообще классно. Ладно, на. Потом мы купили... Люди мучились за каждый миллиметр, а Катя себе купила самый толстый чехол. Купили синюю бумагу для упаковки подарков. Держи камеру. Мы купили новую досочку. Новую доску купили для... ну, короче, доска. Короче, там мы купили новую доску. Смотрите, какая прикольная. Пластиковая. Мы хотим наши деревянные заменить на другие. Угу, на пластиковые. Мы купили дяде Вове чехол на телефон. Давай. Ну, он обычный черный, такой книжечка дядя Вова любит. И новую лопатку. Зелененькую, силиконовенькую такую. Угу. А то наша ужасная. Да, ее выкинуть надо. Уже ее надо выкинуть. Она впитала запах лука, я прям не могу. Ваня, она воняет вообще. Очень воняет. Так, ну а теперь продукты. Мы купили... Мои любимые сосимоны. Ну, не мои любимые, но... Сальсичи. Как они-то нам писали, как они называют, но я опять забыл. Поэтому... Короче, из фарша, который. Ну, блин. Ладно, все, в общем, сосиски не зацикливаемся. Да, не зацикливаемся. Купили лавашек. Я взял себе лаваш. Угу. Тут даже нарисовано, как его сворачивать. Ваня говорит, для особых людей. Я говорю, как для меня... Сказала, да. Потом мы купили взбитые сливки для кофе. Мы купили сыр, который такой вот... Плавится, да? Чеддер. В общем, который оранжевый, который американский. И купила я еще вот такой вот в кубиках. Это для ужина, в салатик я люблю такой добавлять. Просто я очень люблю готовые салаты, у нас продаются такие в упаковках. Но... Тот, который я люблю, его сняли с производства с абсолютно всех супермаркетов. Поэтому я буду его делать сама. Вот. Купили упаковку салата. Ветчина. Да, мы будем бикини, но мы сыр и ветчину купили для бикини. Потом помидорки, черри. Давай, быстрее, быстрее. Давай, что это? Что это? Это у нас, мы купили, нашли соус... Для картошки делюкс, который в Макдональдсе продается. Соус. Вот, нам этот очень соус нравится, поэтому будем его есть и радоваться. Масло президент, красная упаковочка, которая превосходно пахнет, которая просто. Она будет запечатана. Самое... Да, не... оно? Да, оно. Когда я понял. Как оно пахнет. Угу. А то остальное масло маслом не пахнет. Да, это прям так детством пахнет. Очень классное масло. А потом мы еще взяли упаковку. Мы от масла рады. Фисташки в Карифуре, кстати, самые лучшие. Мы брали в Алькампо. Они Алькампо... там столько плохих было. Да. И вообще, у вас чешуя какой-то. А вот эти вот карифуровские, они классные. Потом купили сухарики для салата. Вот какой-то такой пакетик мы еще такие не брали. Просто другие, которые мы хотели взять, их просто не было. Они были все жарены во фритюре. И еще для салата мы взяли вот вареные креветки. Да. И у нас хотели еще... чищенные, но их не было. Чищенных. Чищенных не было. Да, чищенные только были почищенные, были только замороженные. Мне хотелось свежие, чтобы не заморачиваться. В общем, ну что, почищем нормально. Чтобы не заморачиваться, почищу. Да, логика в нашей. Ладно. Все. А вот и наш ужин с Ваней. У меня салат с креветками, а Ваня креветки не захотел. У нее вот эти вот сосиски. И все точно такое же, как у меня. Так что мы... Всем приятного аппетита! Мы сейчас будем трапезничать. Да, так что да. А хлебушек у нас не купили. У нас нет хлеба. Ну тут же есть сухарики. Так что всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Ваня предлагает посмотреть Аладдин.
Ну давай посмотрим Аладдин. У нас просто сейчас будет вечерний... Шкура совсем молодой. Вечерний сеанс фильма мы будем сейчас смотреть. Вот. Покушали, и теперь можно посмотреть фильмы и ложиться спать, потому что завтра нам вставать, завтра мы уезжаем, мы едем на праздник. Ну, помимо того, что поздравлять моего родного брата Диму, кстати, нужно упаковать все подарки. Кстати, да. Вот, мы еще едем завтра на еще одно мероприятие, день рождения, только день рождения девочки будет. Вот, и Дима тоже будет на этом день рождения, и вот нам тоже туда нужно. Мы тоже туда поедем, поэтому мы и девчачьи подарки купили, и для Димы тоже купили подарки. Вот, читали комментарии, большое спасибо, их да, так всем много. Всем огромное спасибо, прям вот, прям большое. Большое, прибольшое, такое вот большое, как у меня сегодня на кофте сердечко. Вот, столько и поздравлений мы постоянно до сих пор получаем, поздравления. Нет, где только можно. Да, и вообще за хорошие комментарии огромное спасибо. И вообще, читаешь комментарии, как-то, знаете, подпитываюсь хорошими комментариями. Подпитываюсь, потому что на самом деле комментарии бывают разные. Вот, но ну, больше большинство только-только хорошее. Кстати, знаешь, о чем я хотела сейчас поговорить? По поводу задавали вопросы. Вообще, я думаю, на часто задаваемые вопросы уже ближе немножко туда по времени. Я на бьюти-канале, думаю, сделаю видео ответы на эти вопросы. Потому что на бьюти-канале я еще никому не рассказала из моих подписчиков, я что... Я думаю, уже все в курсе. Ну да, но все равно, вот. Я хотела поговорить по поводу фамилии. Спрашивали, буду ли я брать твою фамилию. Я бы с удовольствием взяла Ванину фамилию, и мне кажется, Катя Герун звучит очень красиво, вот. Но у нас здесь в Испании все по-другому. А здесь, если я возьму сейчас Ванину фамилию, мне нужно будет поменять абсолютно все документы, мне нужно будет поменять... Ну, не сейчас, это когда, если Катя будет получать потом гражданство испанское, ну, тогда нужно будет всем этим заниматься, менять. Да, и плюс мне еще нужно будет сделать бумагу, которая будет подтверждать, что Екатерина Ткаченко это тот же самый человек, что Екатерина Герун, чтобы, подтвердить все мои... титулы, все мои дипломы, которые у меня есть, окончание школы и так далее. Вот. Вообще здесь в Испании жена не берет, нет, она берет. Она нет, берет, она не берет. Она не берет. Дети, получается. Дети берут мамину и папину фамилию. Да. Папину и мамину. То есть, когда мы распишемся с Ваней, у нас останутся наши фамилии, но когда у нас появятся дети, у наших детей будет две фамилии. Первая фамилия будет отца. И вторая фамилия будет матери. И это будет написано везде в документах. То есть, когда ребенку дадут свидетельство о рождении, он будет там, не знаю кто, Герун Ткаченко. И в школе его будут говорить, не знаю кто, Герун Ткаченко. Пришел? Пришел. Не пришел? Не пришел. Поэтому... Ну, хорошо, что у тебя хоть не это, не фамилия не заканчивается на А. Знаешь, как есть там? Ковалева. Да, так бы вы написали бы. Да. Получился бы, допустим, Герун. Даже если был бы мальчик, написали бы Герун Ковалева. Да, кстати. А так Ткаченко и, ну, да, я поняла, о чем ты говоришь. О том, что если будет, допустим, мальчик, то получается у него бы будет, была бы женская. Да, потому фамилия. Что здесь не склоняется фамилия. Нет. На мальчика и на девочку. Нет. То есть здесь фихо. Идет фамилия. Фихо. Все прям поняли. Ну, в смысле, не склоняется на женский или на мужской род. Так что, я думаю, это было для вас интересно. И все, мы сейчас будем прощаться и смотреть фильм, и монтировать влог. Ну, короче, как всегда, обычная наша процедура. Вот как вы идете зубы чистить, вот у нас такая же процедура, только нужно влог смонтировать, загрузить, вставить аннотации и кучу всего сделать. Ну, наверное, да. Не, я вон фильм качаю, видишь, я его... Вручную качаешь. Ладно, ребятки, всем спокойной ночи, всем пока-пока. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.